Решила сбежать от городской суеты. Я считаю, что Уно...
Аркан, ты... Сюда, быстрее! Лара, беги! Как раз увидишь, как умрет твой друг. Стой! Может, есть другой путь? Лара, верно? Говори. Предлагаю сделку. Сделай кое-что для нас, и твой друг будет жить. Так просто? Зачем? Ты меня впечатлила. И не меня одного. В Пайтите у тебя уже серьезная репутация. Лара, не надо. Не отдавай его им. Что вам нужно? Богоубийца, разумеется. Разве не за этим вы здесь? Не слушай его. Амару сам объявил об этом испытании. Кто получит богоубийцу, сможет бросить ему вызов. Твой друг скрыл, зачем он охотится? Любопытно, но это не мое дело. Здесь начинается твое испытание. Добудь богоубийцу, принеси мне, и твой друг будет жить. Да или нет? Лара? Если на нем будет хоть одна царапина, вы все умрете. Прибереги свой пыл, пригодится.
Вода кишит пираньями. Ну что же, главное не лезть в воду. Здесь изображено, как близнецы Ха... Добраться до того плота. Должен же быть способ открыть ворота. Ворота блокируют плот. Надо придумать, как их открыть. Должен же быть способ открыть ворота. Крутящиеся клинки. А как же? Нельзя же просто так открыть ворота. Надо слезть с плота. Я там ни за что не пройду. Не задела. Черт, снова узкое место.
Невероятно. Вот это ворота. Надо придумать, как их открыть. Надо как-то открыть дверь. Ладно, теперь ищем путь в обход. Теперь ищем путь в обход. Черт. Лот снова застрял. Сосредоточься, Лара, и решение само найдется. Лот застрял. Как же открыть эти ворота? Отлично. Теперь плот может двигаться дальше. Клинки. Но почему все время клинки? Должны открываться так же, как и предыдущие. Я не могу тут стоять. Ладно. Очередные ворота. Надо придумать, как их открыть. Опять ворота. Должны открываться так же, как и предыдущие. Я не могу тут стоять. Платформы тонут. Ugh.
Наконец-то. Богоубийца должен быть здесь. Как бы открыть эти ворота? Надо придумать, как освободить плот. Вода уходит. Наверное, сработал защитный механизм. Здесь опасно. Надо держать ухо востро. Вода уходит. Наверное, сработал защитный механизм. Здесь опасно. Надо держать ухо востро. Надо быть осторожнее. Вода уходит. Наверное, сработал защитный механизм. Здесь опасно. Надо держать ухо востро. Вода уходит. Наверное, сработал защитный механизм. Здесь опасно. Надо держать ухо востро. Надо быть осторожнее.
Надо придумать, как освободить флот. Вода уходит. Наверное, сработал защитный механизм. Здесь опасно. Надо держать ухо востро.
Вода уходит. Наверное, сработал защитный механизм. Здесь опасно. Надо держать ухо востро. Надо быть осторожнее. Вода уходит. Наверное, сработал защитный механизм. Здесь опасно. Надо держать ухо востро. Вода уходит. Наверное, сработал защитный механизм. Здесь опасно. Надо держать ухо востро.
Кто-то блокирует механизм башни. Надо выяснить, что. Надо узнать, из-за чего идет бой. Получилось. А ты, должно быть, богоубийца.
Бач, Хуцуль! Ай, ладка, ладка! Зачем ты мне солгал? Потому что я стыжусь правды. Какой? Что нет никакого тайного укрытия сектантов? Что ты просто хотел достать богоубийцу и убить Амару? Да.
за то, что я сделал. Это я убил свою жену. Но он вынудил меня. Она хотела нас выдать, не думая о будущем дочери. Я любил Аци, но она стала рабом секты. И ты убил ее? Освободил. И сейчас мы снова будем вместе, далеко от его влияния. А Кайера? Как же твоя дочь, Хакан? Все улажено. Часка ее не бросит. Она вырастет ее сильной и доброй. Лучше меня. Ты слышал? Я знал. Много лет я ненавидел его за это. Но сестра была больна. Она знала, что секта отравила ее, но не могла уйти от них. Мне... Мне очень жаль, Арон. Покойся в мире. Она ждет тебя. Спасибо, Лара, за все, что ты сделала для моей семьи. Возьми. Вдруг тебе представится шанс.
Кто-то решил, что это изображение смерти Христа нужно немного украсить. Удивительно, как со временем переплетаются верования разных народов. Видела? Это был кондор. Восхитительная птица. Huh?
Амулет сделан в традициях инков, однако фигурка определенно символизирует воина ацтека. Это невозможно. Несколько сотен человек отказались от язычества и обратились в католическую веру. Здесь сложно работать. Ведь сначала дикари должны научиться нашему языку, а затем нашей вере. Многие еще не готовы к этому и приходят к Господу нашему лишь из боязни наказания. Но это не важно. Все дороги ведут к свету Божьему. По вечерам на душе у меня легко. Меня утешает мысль о том, что мы спасем эти бедные заблудшие души. Отрывок из дневника Белтрана, монаха-доминиканца. Thank you.
Я просто рад, что... Ernesto, si no revuelves el chile, se... Te doy gracias por darme la fortaleza para superar mi adicción. Y por guiarme hasta este lugar. Habrá que reconstruirla por completo. Sí, ya, espera. Te doy gracias por darme la fortaleza para superar. Que vengan a ayudarnos a reconstruir la diócesis y enviar turistas. Esta pared no resistirá ni insumos. El estuco tiene 400 años. Creo que será difícil volver a armar. Está hecho pedazos. Un escritor estadounidense dijo algo así. Y por guiarme hasta este... Padre, te pido que bendigas a tus siervos. Tengo dos manos competentes que vengan a ayudarnos a reconstruir y la diócesis envía turistas. Podemos quedar. Resistirán en sueños. Estuco tiene 400 años. Thank you.
Xaholtec, Wa. Genu Tabalubete. Как идет составление плана, Эцли? Есть варианты. Учу. Армия Кукулькана отправится к Великому Каменному мосту прямиком к пирамиде. Броситься к ним – лучший вариант, чтобы начать схватку. Но вряд ли мы выстоим. Если пойти так, это будет безопаснее. Но придется точно рассчитать время, иначе они ускользнут. А если совместить? Мы пойдем в лобовую, а я зайду с другой стороны и буду стрелять. Им конец. Риск есть всегда, но... полагаю, это лучший вариант. Хорошо. Тогда... отдавай приказ. Собирай людей. Идем. Пора прощаться. Тебе в ту сторону. Лара. Это на удачу. Возьми. Эцли, не надо. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Спасибо. Будь осторожен. И ты, птенчик.
Иона, получилось. Я вижу мост. Черт! Они взорвали мост. Поищем другой путь. Так, видишь красный дым? Да. Я пойду посмотрю, что там. Унурату сказала, что алый огонь — ее судьба. Хорошо, не задерживайся. Штаб, это кардинал 2. Мост ликвидирован. Хорошо. Командиры, свяжитесь с наземной поддержкой. Кардинал 2, ведите их. Вас понял. Помните, любой недочет в построении — это шанс для противника. Это кардинал 8. Вижу противника. Меняю курс на 1.05. Еще вертолет. Тринити их отстреливает. Обозначьте зоны поражения и любой ценой защищайте храм! Они будут нападать со всех сторон! Любой недочет построения — это шанс для противника! Прогресс по всем секторам, но мы несем большие потери. Всем бойцам отойти от стен. Сгруппируйтесь. Огонь с перекрытием секторов обстрела. Вот источник дыма. Совсем рядом. Ищи свое зеркало. Это судьба Унурату. Ты алый огонь. Кажется, мы должны объединиться и одолеть Кукулькана. Мой Томенака!
привела подмогу. Я Ашиль, они со мной. Я Ашиль, потомки создателей ключа Чакчель и ларца Ишчель. С тех пор, как 4 века назад Лобос выкрал ларец, они лишились своей цели. Теперь они охраняют то место, где должен состояться обряд. И хоть разум их потускнел, цель осталась неизменной. Они уничтожат всякого, кто попробует войти в священный город Змея. Их ведет за собой жрица, известная как Алый Огонь. Она олицетворяет Чакчель и призвана помочь Ишчель принести в жертву силу солнца. Как только все будет кончено, Алый Огонь и Яшиль вернутся на небеса, где были созданы ключ и ларец. Что? Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Командир, мы видели кровь. Она с Яшиль. Чего? Не отвлекайтесь. Убейте ее. Я по праву завершу ритуал. Они не правы. Не правы! Ложь. Он принадлежит им. Отдай ларец. Нет. Нет. Никогда. Я защищу Пайтити. Мы все вершим свою судьбу. Не только ты. Все мы. Вместе. Вас всех спасут, и лучшие из лучших получат щедрую награду.
дело, да пойдите. Скоро настанет новый мир, как он. Тут да, зона прибыли на место. У тебя не было шанса.
1-1. Меня окружили, патронов больше. Нет, пожалуйста, нет! Давай! Иду за Домингесом останавливать обряд. Будем сдерживать остальных сколько сможем. Это отряд Зета! На высший совет напали! Нам нужно... Командир!
солнце, и да сотрет тьма мир, что мы знали ранее. Да растают тени, и да воссияет вновь солнце над созданным нами миром.
Ты не победишь Бога! Я позволил тебе жить. Больше не позволю. Обмануть короля. Обмануть? Боюсь, король не согласен.
Дорогие мои, вы можете замереть на секунду? А, да, королева. Один. Можно мне глянуть? Конечно. Вот ты, и я, и папа. А где мы? На Гавайях. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла. Будь у тебя эта сила. Что бы ты сделала? Моя храбрая дочка, которая не ожидает... Падение Ягуара! Где же пройдем наше следующее приключение? Я слышал, в Антарктиде в это время очень славно. Вау! Нет, тогда, может быть, солнчики Юты? Я знаю, куда мы поедем. Куда? На Гавайи. А, да, хорошее предложение. В таком случае... Прощай, мам. Помочь мне с исследованием. Прощай, папа. Подготовки к походу. Нет, ты мой научный ассистент. Ах да, вы правы. Виноват, мэм, что-то я заговорился. Я требую отвезти меня в музей. Ну, это можно устроить. И купим новый блокнот, чтобы все зарисовать. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня. И не даст нарушить обет. Я люблю наш мир, он не идеален, но... Все, что я люблю сейчас, его часть. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Спасибо, пойдите. Прошу. Прошу, Лара. Обещаю. Нурату, мать, воин, мятежник, царица. Ее будут почитать веками. Мне грустно. Теперь... Мы объединим Пайтити, как она мечтала. Спасибо.
Завтра я возвращаюсь в Куак-Яку. Правда? Снова в джунгли? Искать мифическое рыбное дерево? Мы с Эбби отправимся на побережье. Я рада. Ну, а ты? Я подумываю здесь задержаться. А тут еще остались артефакты? Так чем займешься? Не знаю. Эцли мне поможет. Он расскажет, как отстроить Пайтити заново. Ага. Надоело искать. Хочу быть рядом с живыми. Хорошо. А тебе не нужно вещи собирать? Не, до завтра от меня не отделаешься. Оставайся у нас сколько захочешь, Лара. Удачи, Иона. Может, когда-нибудь я присоединюсь к вам и увижу мир за пределами Пайтити. Если что, только скажи. Ты тоже учу? Если захочет. Иона, Лара говорит, у тебя есть девушка? Мы придем на свадьбу. Стой, что? Эцли, покажешь мне чертежи нового храма? Да, он будет прекрасен. Я ошибалась. Я думала, что должна совершить что-то выдающееся, чтобы моя жизнь снова стала моей. Думала, что должна все исправить. Но тайны мира нужно хранить, а не разгадывать.
Я всего лишь одна из многих защитников. Я не знаю, что уготовано мне в будущем, но не могу дождаться своего следующего приключения. Я постараюсь не относиться к себе слишком серьезно. Чаю, мисс Крофт? С радостью. А сейчас я просто рада быть дома.